Здравствуйте! Сегодня 20 мая, вы смотрите еженедельную аналитику от Maxi Forex. С нами главный аналитик компании Владимир Сивашов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, завершилась очередная неделя на международном валютном рынке Форекс. Что вы можете сказать об исполнении вашего предыдущего прогноза по паре евро-доллар? Наш предыдущий прогноз по ценовой динамике валютной пары евро-доллар предполагал коррекционный откат и первоначальный подъем евро, а затем возобновление снижения единой европейской валюты к установленным в прогнозе целевым уровням. Однако политическая ситуация в Европе на прошлой неделе внесла существенные коррективы в наши первоначальные ожидания. Новости о том, что оппозиционные партии в Греции не сумели договориться о создании коалиционного правительства, и президент страны объявил о проведении в июне месяце новых выборов, остановили едва начавшийся коррекционный откат валюты и вызвали стремительное снижение пары. В обвальном падении евро пробил один за другим ключевые уровни поддержки 1,29, 1,28 и 1,27, и к концу недели протестировал новый четырехмесячный минимум на отметке 1,2642. Таким образом, пройдя свыше 270 пунктов, евро-доллар реализовал основное прогнозное движение пары и достиг практически все установленные целевые уровни нашего прогноза на снижение. Что можно сказать относительно вашего прогноза по британскому фунту? Наш прогноз по валютной паре фунт-доллар на прошлой неделе предполагал завершение снижения пары в ценовой зоне 1,60-1,60-30, а затем разворот и возобновление подъема курса британской валюты к установленным ценовым уровням. Действительно, после открытия торгов курс пары завершил предыдущее снижение и от уровня 1,60-50 развернулся на восходящее движение. На подъеме курс пары достиг начальных целевых уровней нашего прогноза, однако негативное развитие ситуации в еврозоне, обвальное падение евро и публикация в Великобритании собственных слабых данных по балансу внешней торговли остановили подъем и развернули пару на снижение. Последовавшая затем в ходе торгов пресс-конференция главы Банка Англии Мервина Кинга, на которой он заявил о поддержке низкого курса национальной валюты, а также аналогичное выступление члена управляющего совета банка Пола Фишера еще более усилили негативную реакцию рынка, который продолжил в результате формировать нисходящую коррекцию британской валюты. Таким образом, к концу недели пара зафиксировала на снижении новый минимум на отметке 1,5732. Тем не менее, наш прогноз на возобновление подъема курса британского фунта остается в силе. Мы переносим наши ожидания теперь уже на следующую неделю. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Рынок ожидает сейчас результаты переговоров лидеров Большой Восьмерки, которые проходят в эти дни в США. Возможно, что достижение соглашения в отношении проведения финансовых реформ в Европе на какое-то время активизирует спрос на единую валюту, что поможет евро начать восстановление. Других объективных причин для роста пока у валюты нет. Настрой рынка также остается медвежьим. В пользу евро говорят, пожалуй, только технические факторы, предполагающие начало восходящей коррекции пары к ее предыдущему снижению. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаем продолжение подъема курса единой европейской валюты и завершение ее восходящей коррекции в ценовой зоне 1,2860-1,2960. Далее предполагаем разворот пары и возобновление нисходящего движения евро-доллара с первоначальной целью снижения к уровню предыдущего локального минимума 1,2642, а затем к целевым уровням 1,2587, 1,2510 и 1,2460. Вместе с тем, учитывая крайне нестабильную ситуацию в еврозоне, а также возможное разочарование участников рынка по итогам встречи Большой Восьмерки, не исключаем вероятность досрочного завершения восходящей коррекции и разворота пары на снижение уже от текущих ценовых уровней при открытии недельной торговли. Что ожидает пару фунт-доллар? Пара корректирует сейчас предыдущий подъем курса британского фунта и, судя по поведению технических индикаторов, на дневном, четырехчасовом и часовом таймфреймах
вновь готовится возобновить восходящее движение. Коррекция в течение трех последних недель значительно улучшила техническую картину по фунту и демонстрирует сейчас существенную перепроданность валюты. Следовательно, на достигнутых в процессе коррекции уровнях вероятно появление нового спроса на покупку британской валюты. Исходя из этих факторов, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот пары от предыдущего снижения и подъем курса британской валюты в новом восходящем цикле. Целевые уровни подъема 1.5843, 1.59, 1.5936, 1.5991, 1.6039, 1.6080 и, возможно, выше. Вместе с тем, неблагоприятный настрой инвесторов, связанный с фундаментальными факторами политической ситуации в Европе и усилением доллара по всему спектру рынка, может возобновить снижение пары уже от текущих ценовых уровней на момент открытия недельной торговли. Такой сценарий может стать актуальным только в случае пробоя вниз минимума прошлой недели 1.5732 и закрепления пары под ним. Целями снижения тогда станут уровни 1.57, 1.5645 и 1.56. Большое спасибо вам, Владимир. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.